Так, всем добрый вечер. Сегодня мы находимся в Иваново. Сейчас едем домой, прямой до Гузы. Это последний рейс его, кстати, вот был. Кострома Новая Анапа. В Анапу поехала первая. И до Гузы доедем до дома пописать. Так что, ребят, идем поезд, вытемнеет. Тут в районе 18 тепла, 17 в данный момент, но уже темно. Так что вот такие вот дела. Это Иваново. Всем хорошего вечера, позитивного настроения, всем удачи. И всем пока-пока. Идем в поезд. Дорога домой. Иваново. Едем дальше домой. Дорога домой. Трогаемся. Поехали. Угу. Через 15 минут еще шалка. Ну, стоянка. Да? Угу. Пока-пока, помаши пока-пока. Смотри, вон, видишь? Вот, смотри, помаши пока-пока. Светик, смотри, вон. Маши пока-пока. Вон, маши пока-пока. Текстильным 40 минут уже.
книжки. Это Кострома Новая Анапа, который через Иваново идет поезд. Сейчас уже будем ходить все в поезд. Вы не туда. Стоянка прошла. Шестал большой, очень большой. Все твои еще ковре. Поехали дальше. Текстильный проехали. Осталось 18 вагонов, блин. Это жесть. И вагон битком забит. Да. Ну, Анапу. Мы тоже скоро поедем. То есть скоро поедем в Анапу. Снова.
большая река. Практически как Дон.
он. Кораблик приходит. Порыбачить бы тут. А катер большой. Вот тут, наверное, рыбачит. Ну да. Смотри, какая красота дача. Угу.
нельзя бегать. Кстати, какой район, по-моему, Панамка.
Так, ну что, мы в Рязани уже. Наш поезд отцепили от локомотива. Там, чем мы хвосты, наверное, будем, или то еще обратно поедем туда. А может нет, а может наоборот. Кстати, я подумал, он, скорее всего, опять туда же поедем. Так, локомотив его подцепит и все. Так, в принципе, кондиционер есть, но минус 2 поезда для того, что он, если останавливается, то кондиционер останавливается, то... Ну, 539-й Кострома Новая Анапа. Вот такой поезд. В принципе, неплохой, но есть нюанс. И вот туалет тут, конечно, не народ битком обито. Вот. Так что всем хорошего дня, отличного настроения, всем удачи и всем пока-пока. Скоро дома буду. Пока, папа,